собака спит. Краснодарские собачки на столице, не зря название. Шпить. Ой-ой, большая. Большая собака. Солнышко вышло, классно. Такая ранняя весна в феврале. Музыкантов. Вот здесь остановка, блин, но мы, наверное, пройдем, прогуляемся еще по Красной. Одну остановку. Красная улица. В принципе, травка здесь, вот тут зелененькая такая. Здание какое-то такое старинное прям. И это тоже. А, они одинаковые, только это отреставрированное, видимо. А там нет. Кустарник круглый год в Краснодаре. Оля, наша любительница эстетики. Пойдем гулять. Вот тут такой ресторан красивый. Летом тут очень красиво. Такие штуки, афиши. Сейчас мы дойдем там до Царских ворот. Кстати, недавно, Полин, ты писала про эти ворота. Помнишь, в окружающем мире мы нашли информацию, что это, оказывается, заново построенные ворота. Я думала, они с каких-то там древних времен стоят. А их разрушили. Что? Мешали? Мешали ездить машинам, транспорту. Их снесли, разрушили. Наверное, в войну. Не знаю. Красная. Осторожная девочка. Самокат. Там какой-то памятник. Переходим. Вот. И мы. Красная. Улица Красная. А Мира где? Мира, не знаю. Вот они раньше там на Мире стояли. Ворота? Да. На улице Мира? А, на пересечении. Да. Сейчас посмотрим, какая улица пересекает перед ними. Воротами. Такая большая прогулочная улица. 7, что ли, она километров от начала, от храма и до Ростовски, по-моему. Ну, в общем, до Авроры. Длинная улица. Но теперь вот ее не перекрывают на праздники, на выходные. Девочка в майке идет. Вот 14 градусов. Мы в куртках. Мы вообще мерзнем. Желтенькие балконы. Так, вот мы дошли до Шурика и Нади напротив университета. Я уже их показывала. Все, идем дальше. Не знаю, где снимали этот фильм. Да, просто, наверное. А может быть и здесь. Университет, откуда она спускалась со ступенек? Да. Почему последний? Посмотришь еще. Если ты в детстве что-то смотрела, ты потом вырастешь, все равно будешь это искать. Это такая ностальгия. Прилипчиво. Анютины глазки все пожухли. А, ну вон, желтенький есть один. Они все замерзли, видимо, под снегом. На градуснике у нас показывает 13 градусов. Но нет. Вот утром было 14, так мне там припекало солнце. Сейчас небо такое. Ну вот ясное небо. Сейчас солнце
Кстати, я прочитала на сегодня, что сегодня 3 раза будет погода меняться за день в Краснодаре. Сейчас вечером здесь народу будет, все гуляют. До площади вот такая улица, что посередине прогулочная, по бокам машины едут. А уже после площади там раньше и перекрывали участок. И такая атмосфера офигенная была. В первый год, когда мы переехали, мы ходили, ездили туда гулять часто. И там движение было остановлено пятницу вечером, суббота, воскресенье. Туда приходили музыканты, всякие художники, скрипачи, певцы, рок-музыканты, всякие установки музыкальные. Короче, как вот на набережной, на побережье летом, так здесь было в Краснодаре. А теперь все там больше не перекрывают. Ну, якобы после ковида все это отменили. И теперь там невозможно гулять. Получается, ты после площади идешь по тротуару, по узкому. По одной стороне и по другой, а посередине там едут машины. Вот такая площадь перед Сбербанком. Колокол. Екатерине памятник. Здесь фонтан летом. И за ним царские ворота. Я уже снимала много раз. Ой, небо проясняется, классно. Сейчас мы дойдем до Авроры еще с Полиной. Решили не ходить туда, в фудмаркет. Что-нибудь у нас посмотрим. Вот такие красивые ворота. Мне эти ворота напоминают сказки про... Блин, не помню как там, Морозко, вот такое вот что-то, где... О Золотой Рыбке мультик. Иду, болтаю, рассказываю про арку, читаю. И не снимаю. Александру Третьему. Нравится мне жить в Краснодаре. Посидим, давай. А вот это на солнышко. А вот тут Анютины глазки еще сохранились. Вот какой красивый. Ой, какая красивая собака. Ага. Поля обожает. Голуби. Ты же тоже пугаешь. Я хочу. Ты не хочешь. Нет. Мы пришли оттуда сейчас. Смотреть это здание, остановились. И пойдем сейчас по подземному переходу на ту сторону, к стадиону «Динамо». Там остановка, чтобы нам уехать домой. А вон видно уже «Аврору». Она на реконструкцию уже фиговую тучу лет. Иду. Герб с Полин. 100 раз уже его рисовали на кубановедении. У нас в школе есть такой урок кубановедения. Вот такой герб. Я не знаю, Краснодарского края или Краснодара. Цветы. Да, пойдем. В переходе, как в Челябинске, прям цветы продаются. По ценам не могу сказать. Нету цен на цветы. Чистенький переход. А вот цены есть. 160, 170, 90, 140, 160. Я цены посмотреть. А вот эти как цветы называются? Ирисы. Вот. А, это ирисы. А вот эти? Альстермерия. Вот я часто их вижу здесь. Астрочки, тюльпаны. Какие красивые. Фризы. Такой запах. Здесь такое красивое. Наверное, это мыло. Ручной работы. Букетики. Ага. Танки, пистолеты. Рыба даже вон есть. Вот рыба.
Ну вот, карасики. Все, пойдем. Свечки. Это свечки, наверное, а не мыло. Ой, какие миленькие вот цепочку, зайки. Ладно, пойдем. Ходить. Здесь тоже цветы. Я никогда не проходила по этому переходу, даже не знала. Ой, эти розы красивые, мои любимые, эти розовые. Я думаю, цены сейчас везде одинаковые. Идем к остановке. Правильно? Да. Выходим к стадиону «Динамо». На стадионе тоже на этом ни разу не были. Наверное, он футбольный. Вообще никого, людей на остановке, Полин. Людей нет на остановке. Мы сейчас фиг уедем, наверное. Уже сегодня выходной, транспорта меньше, ходит по городу. Пойди, давай мне пакет. А ты перешагнешь? А, кстати, вон автобус какой-то едет. Не вижу какой. Давай, только не промахнись. Оп, оп, молодец. Шелестят листья с осени. Улица Одесская, пересечение Гаврилова. Не видишь, какая цифра? Полин, Полин, поехали. Небо прояснилось. Там такая туча идет. Видно свободу. А здесь небо голубое. Всем пока-пока.